і турбується взагалі за Україну. І впевнений в тому, що ви підтримуєте нашу блокаду тимчасово окупованих територій, підтримуєте наші вимоги. І ми про це, скоріше за все, що підпишемо меморандум і голосування. Вот это было правильно, и я думаю, что вправе. Я хотел сказать, высказать мнение общественности, именно патриота Украины, которая, что мы полностью тоже поддерживаем блокаду оккупированных территорий, и хотел объяснить свое мнение. Правительство заявляет, что нам невыгодно будет покупать уголь за границей, потому что это очень дорого. Хорошо. А если эти российские организации скажут, что они будут покупать оружие у нас в два раза дороже, мы что, будем тоже им продавать? Они будут тоже продавать, так как это выгодно. Только полная блокада оккупированных территорий может, как говорится, привести к быстрейшему окончанию этой войны, чтобы оккупант содержал эти территории, взял на себя ответственность и все, вызначить, кто это оккупант, это Россия. Ну, чтобы мы уже всем заявляли свою полную позицию, чтобы правительство определилось с этим. Представьтесь, пожалуйста. Чаловский Константин, бывший боец батальона «Артемовск».